Программа «Команда Фит» в лице Юлии Борзиной и тренеров сети фитнес-клубов Европа желает вам доброго утра. Зарядку сегодня проведет Михаил Лапин. Миш, скажи, пожалуйста, сколько раз в день нужно питаться, какими порциями и что обязательно должно входить в ежедневный рацион дня? Ну, усредненно считается, что питаться нужно примерно через каждые 3 часа. Порции должны быть небольшие. Обязательно нужен завтрак. Вот, желательно на завтрак это каши. Вот самый лучший вариант это каша, вот, которая дает много энергии потом. Если вы употребляете мясо в течение дня, обязательно употребляйте овощи, какие-то травы для того, чтобы очистить свой кишечник. Спасибо, это самое Миша. Главное. Я думаю, это очень хороший совет для многих. Ну что, вы готовы? Приступаем к утренней зарядке. Оп. Оп. Теперь к этому добавим полуприсед. Хорошо. И поглубже. Если кто-то может достать до носочков, достаем до носочков. Хорошо. Нога назад. Оп. 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 Хорошо. Теперь вперед. С поворотом. С поворотом. С поворотом. Можете даже не возвращаться в исходное положение. С другой. Следите за дыханием. Постоянно равномерное дыхание. Хорошо. Оп. Хорошо, ноги. Оп. Назад. Мах. Назад. Мах. Назад. Мах. Назад. Еще. Мах. Другая. И пошли. Мах. Хорошо. Ноги шире плеч. Носочки. Хорошо. И пошли. Раз. 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 Руки. Локоть. Оп. Колено, локоть. И вместе с приседаниями. Оп. Хорошо. Раз. Раз. Хорошо. Прыжки на месте. Хорошо. То же самое со скруткой. Руки за голову. Локти четко в стороны. Хорошо. Еще раз. Пока-пока. На сегодня это все. С вами была команда Фит. Ешьте больше зелени и улыбайтесь. А мы увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.